нашим клиентам в такой вот осенне-зимний период? В осенне-зимний период я бы порекомендовала, конечно, увлажняющую, обновляющую гелевую маску. Это регенерирующая сыворотка плюс С и, конечно, система по уходу за кожей рук Sudden Hands, белый чай и цитрус. То есть это такие топ-3 средства для этого сезона. Удивительно, на самом деле, для меня они тоже, вот как сейчас модно в глянце говорить, must-have, то есть то, без чего невозможно обойтись. Но ведь мы с вами знаем, что у нас есть регулярный наш системный уход, который мы рекомендуем девушкам, но наверняка ведь есть какие-то дополнительные средства, которые нужны всегда, независимо от того, весна, зима, лето, что дополнительно мы рекомендуем клиенткам всегда. Универсально. Вы правы, есть средства, которые можно рекомендовать и весной, и зимой, и летом, и осенью, и это средства для всех типов кожи. На мой взгляд, это, конечно, наши сыворотки. Это продукт сегодняшнего времени, это сыворотка, регенерирующая сыворотка плюс С, которая является очень мощным антиоксидантным средством, которое работает на глубоких слоях кожи. Это сыворотка для выравнивания тона кожи, которая тоже очень сильное средство, антиоксидантное, и которое отбеливает кожу. Это сыворотка для сужения пор, сыворотка, которая улучшает структуру кожи, он минимализирует поры. Лифтинговая сыворотка Volifirm для явно выраженных признаков старения кожи. Сыворотки, на мой взгляд, это такой белково-витаминный коктейль, замешанный на фруктовых кислотах. Я думаю, что это продукт нашего времени, потому что она легкая, наносится легко и, конечно, дает очень быстрый результат. То, что сейчас важно, сейчас время скоростей, быстрых побед. Поэтому нужно спрашивать клиента, хочет ли женщина быстрого результата. Я считаю, сыворотка сейчас должна входить в уход каждой женщины, в системный уход. И действительно это так важно, и эти средства актуальны всегда, потому что они подобраны не под сезон, они подобраны под ту проблему, да, под тот вопрос, который есть у этой клиентки, под ее запрос. Сыворотка, да, сыворотка всегда работает под проблему, она усиливает действие тех средств, которые мы накладываем сверху сыворотки. И есть еще одно средство, я его очень люблю. Средство, которое восстанавливает нашу кожу ночью, иногда его называют так наш ночной любовник. Средство, которое не только восстанавливает, но и запускает процессы регенерации коллагена, эластина, запускает образование гиалуроновой кислоты. Ну, ночное решение из системы «Идеальное решение». Оно еще и чудесненько выглядит. Это уж точно привлекает всегда внимание, действительно, это средство, без которого мы не можем обойтись. Да. Татьяна, Нерике лишь говорила, ничего не произойдет, пока кто-нибудь что-нибудь не продаст. В связи с этим вопрос, ну, если не секрет, конечно, какой самый большой заказ вы получили в последнее время? Так вот, чтобы недавно. Ну, сейчас время перепрофилирования, профессионально я это делаю сейчас со своими клиентами. Практически каждый день я звоню и обновляю систему ухода именно теми средствами, которые необходимы в осенне-зимний период. Ну, на прошлой неделе у меня была консультация с клиенткой, заказ был достаточно большой, это 12 тысяч. Но фокус мой, конечно, на классах, и я стараюсь назначать классы, чтобы у меня полноценных, именно от 3 до 5 человек, от 1-2 классов в неделю проходило. И для меня очень важна это фокус этого года – работа с хозяйками класса. Я подняла с организаторами мастер-класса, я подняла эту работу на уровень профессионализма. То есть я считаю, что организатор мастер-класса может быть такой же профессией, как и консультант по красоте. У меня есть 3 организатора мастер-класса, и когда у них заканчивается продукция, они звонят мне и спрашивают, и говорят о том, что не закончилось, и что они готовы собрать класс. То есть у вас такой взаимовыгодный симбиоз. Им нужна продукция, они знают, куда прийти. У вас есть профессиональный организатор мастер-класса, и это вам тоже очень выгодно. Как вы их нашли? Откуда у вас такие профессиональные появились организаторы? Ну, одна из них моя одноклассница, заслуженный учитель России, кстати говоря. Вот. На самом деле я именно обращаюсь к женщинам, говорю, что это такая же профессия, и не нужно тратить деньги, а вот лучше посмотрите, кто среди ваших знакомых, кому бы могли меня порекомендовать среди ваших знакомых, кто мог бы стать клиентом компании Мэри Кей.
Это люди, которые мне доверяют. Это одна из них тоже моя очень хорошая знакомая, и мы работаем уже вот в таком направлении давно. А как вот вы работаете с ними? В чем состоит ваша работа, ваше взаимодействие с вашими профессионалами? С организаторами мастер-классов. Мы подготовили платформу для этой работы, то есть это не одноразовые классы. Мы посмотрели списки их знакомых, мы посмотрели, какие классы им сами нравятся, вот куда бы они с удовольствием себя пригласили бы, ну и также своих знакомых. Вот. И у нас есть такая договоренность, взаимодействие, что я научила их пользоваться продукцией, которую они именно получают от меня как организаторы. Им это нравится. Их это интересует, они ради этого готовы работать. Да, им это очень интересно. Наверняка... И у них это получается. Вот да, вот это получается. Ведь почему? Потому что наверняка вы с ними проработали, может быть, какой-то сценарий, может быть, какой-то подход, как они вас представляют? Конечно, сценарий приглашения. У нас в компании есть сценарий работы с организаторами классов. Мы отработали этот сценарий, мы проговорили, какой текст приглашения может быть, какая тема класса, где он может проходить. Пару классов даже у меня прошло дома, то есть вот они обратились ко мне, то есть они готовы организовать класс, но негде было, и я сказала, да, это может быть у вас. Может быть у меня. То есть, Татьяна, получается, что если наша с вами цель – рост продаж, рост вашего дохода, то абсолютное твердое «да» мастер-классам, 3-5 человек на мастер-классе и, конечно же, работе с организаторами мастер-класса. Да, это полноценные классы. Но сейчас я бы хотела сказать, что скоро Новый год. Да, вот как сейчас меняется работа? Что-то новенькое в вашей работе? Да, конечно же, это сезонное направление, это работа с организациями, это составление папок с подарками, которые мы можем принести в организацию, показать, какие подарки мы можем обеспечить женщинам, провести переговоры. Есть еще такая идея, поделилась этой идеей со мной консультант нашей группы. Она составляет сейчас бьюти-боксы. Туда можно положить коробочку, куда можно положить от 5 до 10 продуктов. Например, наши новые кремы, которые в новиночку пришли у нас сейчас в октябре. Туда можно положить елочную игрушку, шоколадку, ну, чем-то дополнить, да, чем-то дополнить. И получается очень интересный бьюти-бокс. Это очень удобно для тех клиентов, кто хочет сразу поздравить на где-то 5-10 человек. Цена фиксированная, и люди очень довольны. Мало того, опыт вот нашей Жени, что до прихода новинок у нее уже заказали 3 таких бьюти-бокса. Вот это да, с новыми кремами для рук, которые вот сейчас только 16 октября вышли в новинках. То есть мы с вами сегодня, в середине октября, вовсю готовимся к Новому году. Вовсю это необходимо делать и, конечно же, подумать о том, вот, чем мы поздравим своих знакомых тоже. Чем мы порадуем наших знакомых. Спасибо большое, Татьяна, спасибо, очень интересно, спасибо вам.